Это пешка мутует. Да. Ну чё, как успехи? Ты не смотришь? Смотрю. Так, и как ты дашь мат в пулю этой пешкой? Не знаю. Надо по минуте. Слышишь, Никит? А вдруг что-нибудь придумаю, подожди. Что она ее будет брать? Она будет. Да, это глупая схема, потому что мне никакой атаки без хода h4 не будет. Друзья. Надо, знаешь как, Никит? Как? Единственный шанс это поставить французскую, накинуть на h7 И и чё? пинать короля, да. Ну, ты это представляешь, сколько ты будешь ждать, чтобы получить французскую, которая тебе нужна? Ну, долго, да, что поделать. Надо пытаться в любой позиции. У нас же один раз получилось. Почти. Почти. Кто-то мудак. Не? Не хочешь? Добей. Идиот, идиот! По минуте, играй по минуте. Поехали. Отлично. 2:39. Ну, конечно, именно сейчас я мат пешкой. А, да. У меня у самого такой рейтинг. Что он делает? Дюма их забирает. Пока нет. Эта пешка должна стать мат в этой границе. Именно это и произойдет, я уже чувствую. А вот ему будет обидно, кстати, проигрывать. Потому что разница в рейтинге большая. Он будет Ну, до конца биться. вот он пока не проигрывает, вот в чем загвоздка. Конечно, позиция привлекательно выглядит. Для мата пешка аж. Нет, Солнце 5. просто. Бить на f3, солнце 5. Мало времени для... Как она должна дать мат по минуте? Ну же. Что это за ход? Она должна дать мат через 15 минут. О, зевок. Вот, все, вот твой шанс. Где? Какой шанс? Она в 7 стоит. Пинай короля, пинай короля ногами. Он сдастся сейчас. Нет, он будет играть. А я не могу ждать, понимаешь? Вообще ему мат на F2, как он будет играть? Вот видишь, он будет играть. И что, куда она идет? Ну, так ты должен как-то сбей на g3, сбей на g3 быстрее. Бей весь материал. Кого сбить? Весь материал бей. Сбивай весь материал у него. И что дальше? Потом сбивай на g3 и подгоняй всю фигуру туда быстрее. Кем сбивай? Король? Конем, конем, чем угодно. Вот, все. Короче, по минуте это не катит. Что-то было очень смешно.